Уже привычные звуки – это сигнал, что нужно, как говорится, копать глубже. Школьники и студенты, в том числе участники Фриановского патриотического отряда имени Алексея Бесчастного, несут 10-дневную вахту памяти неподалеку от Истры. 77 лет назад в этом лесу шли ожесточенные бои. И сегодня, стряхнув пыль долгих послевоенных лет, патриоты достают отголоски того времени – осколки мин и снарядов, части боевого оружия. На проволочке есть такое колечко, которая привязывалась к чеке гранаты. Это настоящая растяжка. То есть вот это втыкалось в землю, сюда привязывалась край проволоки. Когда человек шел, он задевал эту проволоку, чека выдергивалась, и граната взрывалась. Валерий Курашенко, руководитель поискового отряда «Маяк-спецназ» в Истринском лесу не в первый раз. Вместе с ним его единомышленники, все больше неравнодушных представителей подрастающего поколения. Мы решили еще год назад объединиться и пойти, как говорится, в поисковую экспедицию, заниматься увековечением памяти солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Выполняем одну и ту же поставленную задачу – поднять бойцов как можно больше. В этот раз обнаружений много. Предположительно, в этом месте находилась военная санчасть. Среди медицинских предметов и частей боевого оружия и более важные находки – останки наших солдат. И как это не больно, маленького ребенка 6-7 лет. Найденные останки будут перезахоронены в Истре этой зимой. У нас в руках был металлоскатель. Был сигнал очень глубоко. Мы начали копать. Поначалу были всякие склянки, банки, но немного дальше от них мы обнаружили кости. Это были останки ребенка. Это очень много дало нам мотивации, и мы начали копать дальше. Копать с утра до ночи – задача непростая. Тем не менее, у всех ребят есть понимание своей важной миссии. На жизнь в полевых условиях никто не жалуется. И девушки с большим энтузиазмом и выносливостью подходят к делу. Например, у Ани, помимо раскопок, очень важная задача – накормить весь отряд. Наши мужчины очень много копают и очень сильно устают. И, конечно же, нужно их хорошо кормить. Это сложно, это большая ответственность, потому что каждый должен наесться, чтобы идти, и каждый раз копать и находить что-то новое. Участие в подобных поисковых экспедициях для ребят – это шанс прикоснуться к истории, испытать гордость за свою страну и еще раз отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражения. Все патроны кончились, больше нет гранат, их живых осталось только 7 молодых солдат. Их живых осталось только 7 молодых солдат. Наталья Медведева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».